Мне подарили сертификат в крытый вейк-парк, который работает всесезонно. Ну что, мы внутри. Я немножко волнуюсь, если честно. Я же ни разу не каталась. Пойдем одеваться. У меня куча эмоций сейчас в голове, и мне просто хочется это все рассказать. А с другой стороны, хочется молчать, потому что ты вообще в таком шоке сейчас находишься. Я встала на доску с первого раза. Это очень круто просто. Я очень переживала, да, на самом деле ничего страшного в этом нет, в катании. Тренер мне помог, рассказывал, как правильно делать. Я его слушалась, конечно же, пару раз косячила, но все получилось. Хочу учиться, учиться, еще раз учиться. Если вы хотите попробовать что-то новое в своей жизни, экстрима какого-то, разнообразить ее, то прям я вот рекомендую вам просто. Must fly, обращайтесь.